Приветствую всех на своем канале. С вами Галина, Росаш, Воронежская область. Сегодня черенкую бересклет. Сняла небольшое видео по бересклетам, которые у меня есть в наличии. И вот все-таки я собралась и нарезала черенка с бересклета. Мечта давняя такая, укоренить бересклет. Очень мне нравится этот кустарник вечно зеленый. Он всегда нарядный, всегда такой декоративный. Вот такой у меня зелено-белой варигатностью, такой вот с желтой, желто-зеленой и тоже желто-зеленой варигатностью еще один. Эти кустики небольшие свои я тоже обрезала на череночки. Это с того, что на улице с большого срезала. И вот сейчас укореняю. Здесь у меня череночки. Этот я уже практически укоренила бело-зеленый. Теперь, значит, хочу поставить на укоренение вот этот вот. Вот этого кустика, вот они череночки у меня. Укоренитель у меня сегодня хризотоп 0,25%. Буду ним работать. Окунаем, ставим, обжимаем. Вот этих череночков у меня где-то штучек больше 10 получилось. Сейчас их я поставлю на укоренение. Затем этот с ярко-зеленой варигатностью укореним. Проливать я наготовила водичку. И получила я новый препарат. Похвастаюсь. Фитоактив экстра. Сейчас поднимусь немножко, чтобы вам было виднее. Вот он. Обещают с ним более лучший результат укоренения. И так как тут уже двойной будет удар, у меня уже укоренитель, которым я опудриваю череночки. И плюс к нему еще укоренитель в этом вот фитоактиве экстра для пролива воды. Вот для пролива воду я его добавила. Вот там расчет 1-2 мл на ведро воды. Но у меня где-то 1 мл. На 10 литров воды концентрацию я сделала. Думаю, это кустарник, можно ему такую концентрацию сделать. И опять же, почему это вот получается в зиму черенкование? Ну, так как есть зимняя теплица с теплым стеллажом, то я думаю, кустарник вечно зеленый. Сейчас он с прохлады в тепло попадет, и я надеюсь, что укоренение все же будет неплохим. Осенью на пробу уже несколько череночков ставила, укоренились. А ассортимент пополнить таким красивым кустарником хочется, очень даже хочется, потому что думаю, будут эти череночки укорененные и растения подрощенные востребованными, потому что многие хотят перейти на растения, которые многолетние, украшают свои участки именно многолетними этими всякими растениями. И бересклет, я думаю, очень востребован сейчас будет. Вот, уже и кассетка фактически у меня заполнена таким красивым растением. Ну, а следующее видео, наверное, буду снимать о своих любимых гехерах. Запланировала. Есть много о чем рассказать. Запланировала, на какие темы поговорим. Уже сделала, отправила заказ на сорта, которых у меня или не было в наличии, или закончились, которые я сама не смогу размножить в достаточном количестве. Отправила на них заказ. Так что каталог, наверное, с гехерами я пополню. Выложу его где-то с января. Будут сорта в доступе. Это я уже по 2 штучки в некоторые ячейки ставлю. Череночки с этого сорта немножечко не поместились. Но я думаю, если примутся, то я их разделю. И будет все хорошо.
Так что такие вот дела. Вот такая кассетка красивая. Сейчас посмотрю, где же я убрала. А вот моя водичка для полива. Сейчас я еще увлажнюсь. Такой я бутылочки работаю. Дырочка в крышке и проливаю. Привикур 0,8 миллилитров на литр. И вот этот вот фитоактив экстра. Будем надеяться, что этот препарат новый нас не подведет, что он покажет хороший результат. Я так поняла, разработчики здесь, да, Старый Оскол, Белгородская область. Наш препарат, сейчас вам почитаю, изготовлен на основе индолил масляной кислоты и фуллерена. Стимулирует рост корневой системы, влияет на процессы деления клеток. Используется для предпосевной обработки растений, для укоренения черенков, в составе баковых смесей при подготовке питающих растворов для роста и развития корневой системы. Кстати, я не вчера прошла свои молодые все гейхеры, которые рассаживала, делила кустики. Тоже прошла из пульверизатора, обрызгала, обработала. Ну, на мне показалось, эффект есть. Растения как-то так пободрели, как-то стали такие взъерошенные стоят все мои гейхерки. Ну, ждут весны. Весной, конечно, будет более активный рост, но сейчас тоже растут. Потихоньку растут. Температура тут у меня невысокая в этой теплице, где-то 15 градусов. Не получается прям высокую здесь держать, но она, может, и не нужна. Здесь много многолетников, здесь череночник, который стоит. Теплый пол, то есть черенкам не холодно, сверху прохлада, как бы для укоренения это хорошо. Укоренение в таких условиях проходит неплохо. Вот сейчас эта кассетка с бересклетиком пойдет на этот теплый стол на укоренение. Ну, если все хорошо будет, похвастаюсь результатами. Что в дальнейшем, я думаю, ну, так как сейчас еще впереди вся зима, думаю, если в течение месяца укорениться, то отправиться в подвал на дальнейшую зимовку. Думаю, все будет с ним хорошо, чтобы мне весной его по горшочкам побольше и подрастать на площадочку с многолетниками выставить. Планы такие, наполеоновские, как обычно. Так, сейчас вам покажу поближе. Такая красота получилась. Самой понравилось. Очень красиво. Очень нарядное растение. Так что всем рекомендую. Кто со мной, можете присоединяться. Я думаю, в доме тоже прекрасно укоренится бересклет. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Добра, уюта в семье, тепла. Прекрасных новых растений. И всего-всего доброго. До свидания.